Шестой промысел Ямбурского месторождения отключил подачу газа в магистраль в конце июня. Оборудование вывели из эксплуатации, чтобы подготовить его к работе затяжной зимой. Не отключая, проверить и отремонтировать узлы и агрегаты, которые находятся под давлением, невозможно. Остановка плановая. Она часть технологического цикла. В период плановых работ были выполнены стандартные работы по очистке, вскрытию, ремонту оборудования сосудов, работающих под давлением, трубопроводной промышленной арматуры, которую в процессе эксплуатации невозможно обслуживать. А также были проведены сложные работы по удалению тупикового участка на технологической части газового промысла номер 6. Контролю на точность подверглись и сами приборы контроля. Во время работы у них нет права на ошибку. Автоматика промысла как нервная система организма, и ее функциональность должна быть гарантированной. По плану остановок у нас были проведены следующие работы. Это ревизия систем контроля загазованности у КПГ и ДКС, а также модульной компрессорной установки, ревизия систем пожаротушения, ревизия кабельных линий, ТО клеммных коробок, замена расходомерных диафрагм. Все прошло штатно. Большую часть запланированного сделали силами подразделений общества «Газпромдобыча Ямбург», главным образом управление аварийно-восстановительных работ. Впрочем, дело нашлось и проверенным подрядчиком из «Газпромэнерго». Ситуация с коронавирусом наложила свой отпечаток на способы и методы проведения работ, однако никак не повлияла на их количество и качество. Все работы проводились с соблюдением социальной дистанции, ну, а также с привлечением минимального количества работников, задействованных в данных работах. На шестом промысле Ямбурского месторождения все, что было запланировано для подготовки ГП к зиме, успели сделать за 18 дней. Голубое топливо у КПГ-6 снова пошло в магистраль. Юрий Грига из Ямбурга.